Или мгую. Бьем, все нажимаем. Все нажимаем. Показываем Маше, куда бежать. Все нажимаем, призывается это. Шесть штук, да? Кстати, а здесь у меня не... Давайте в этот раз как-нибудь поответственнее. Ткните вот все вот в него. Вот почитайте камень. Вот почитайте вот этот камень. Вот прочтите. Все, прочтите камень. Не хочу. Так это же привет. Угу. Ой, я первый раз увидел, что здесь олень сверху. Да. Добрый вечер. Кто брал? Какоми? Нет. Я брала. Стахов. Вешайте. Оружие не изготов? Ой, у меня штаны не одеты. Ворона, господи. Так, а теперь, пожалуйста, расшифруйте, что мне нужно делать. На слот быстрый нажимаешь, ставишь голову, ставишь этот слот, наводишь на портал, на алтарь и нажимаешь слот. Господи! Из меня что-то вылезает. Это не господи. Не, ну хотя... В какой-то мере... Кошмар! А ты сказал, все потратил. Знаете, какой там дамаг? У меня три штуки осталось. А кто там так дамажит-то? Женя, да? Эти были. Это ядовитые стрелы были. А, наверное, Женя так херачит. Да Женя, наверное. Это не... Да блин, у меня обычный лук. Ну ладно, раскачала его на плюс 3. А топор? Топором-то я его не бью. А кто с топора ударил? 71. Важно. Я не бил его топором. Я? У меня второй уровень. Мне ничего не было. Мне рога. У меня один рог. Не, у меня голова. У кого сколько рогов? Рогов-то нет. У меня один. У меня тоже один. Один у меня рог. Я же рога случайно сюда скинула. Там было три. Куда это скинул, было не мистическое отношение. Твердый рог. Твердый рог у кого есть? У меня один штука. Так, давайте сделаем правильно. Нет. Так, да. Отходим, у кого есть твердые рога, ко мне. Где ты? А ты кто? Вот. Я с факелом. Но. Так, у двоих нету. У меня один штучка. У двоих. Нет у меня. Нету. Маша, у тебя есть? Нет. Так, у кого головы есть? У меня. Спускаем еще раз. У меня. Только один раз кто-нибудь юзните. Так, кто будет юзать? Сахароза. Ты юзай. Давай я. Ты. Ну, блин. Их два. И нет, жаль. Я не тыкнула. Ты не тыкнула? Я не жаль. Тыкнула. Не, что обычно как-то хотя бы 4 падает, как минимум. Ой, у нас все. Какой мне танкует? Мимо! Надо ей щит. Да, она в тролле. Это какого, какого в ярости? Я опять рог поднял. У меня тоже ничего не выпало. И у меня пусто. У меня два. У меня теперь два. Кому рог? Илюха все спер. Нет, у меня просто два человека кинули по одному раза. Киньте мне голову хоть посмотри, подержать. У кого нету рога? У меня. У меня есть. Твердый рог называется. Точно нету? Точно. Еще раз? Так, не, подожди, у меня две штуки есть. Нет, у меня нету. Во, подбирай, подобрал? Маня, дай бошку подержать. Сейчас я по очереди бошку вам держу. Так вы все держали, мы только с Машей не держали. Да, теперь одна штучка. А я, по-моему, тоже не держала еще с первого раза. Да. Мне дали какой-то трофей. Вот, его перекинь дальше. Теперь дай его мне. Играют тут. С головой. И повесьте бошку на алтарь. Сейчас торжественно пойдем брать баф.
Ты хочешь мне со мной нажимать? пойти? А я не знаю, мне домой бежать, я как бы домой. Ну, я хочу попробовать в данж сходить. Да, в данж там, по идее, ничего страшного, но по-хорошему там не меньше. Ну, я с луком. Для нормально. Димы мы не нужен, он у нас это. Где ты же? Ооо, я активировала силу, понятно. Дима, твой сундук с едой обнес, ему щит не нужен. Я его не полностью обнес. Почему Женя смеется так, как будто обнесла она, а Диме достается? Вот да! Похоже, я прав. Угу. Или мне одному это кажется? Надо телегу срочно скрафтить. Подождишь ты. Не. Я бегу за данжем. А там гвозди нужны, Кир. Ну я понимаю, что вы просто... Как далеко? А это плавильня, а это данж. Так я же говорю, я туда и бегу. Я один нашел, теперь будем надеяться, что там что-то есть. Так. Чё? А там, наверное, скелеты будут. А ты да. Косточки сможешь мне дать? Парочку. Пятерочку. А тебе зачем? Погрызть. На плащик. На чё? На плащик. Да, конечно. Да я ж принес там еще кучу костей до этого. Да? Там есть? По сундукам посмотри, я приносил. Угу. Сволочь. Выноса нету ни хренашеньки. Пожри. Йоу, зажралась всем, чем можно было. И он, скотина, все равно достает меня. Видишь, всего три ячейки, а она всем, чем можно, зажралась. Я надеюсь, что это... Кресло заскрипело. А не кости чит. Хотя Димины могли выпить. Они у него примерно так и скрипят. Кирюх, можно вот этот камень снять? Какой? Вот этот. Вот рядом с ульями. Да снимай. Он меня нервирует. Блин, опять нож? Угу. Да что за говно-то, а? О, как раз я их ищу. Бегаю тут. Там кто-то орёт. О, во дворе. У нас гости. Угу. Я вижу тролля. Ой, куда он сейчас у меня? Я его добил. Помогите убить тролля. А может кто-нибудь побыть фонарем здесь? Ни хрена не видно. У меня проблема, я пережариваю много костров. Маш. Спасибо большое. Ты бы лучше через внутреннюю часть пришла. Еще данжик нужен. Все, фонарь ушел. Через твою часть. Нет, а где этот дверь тут? Нету там двери. Потом. А, все, я поняла. Данжи еще не находили? Находили. Фу, блин, меня отравили. Так. И где? А нет дверей, а как я к тебе приду? Потом. Вот вот я пошла. А че ее нет? Нету там двери. Нету. А как же я? Окей. О, дверь появилась. Что-то мне уже в ближнем бою не очень не нравится играть. Ну мы пока очень не одеты.
ситуации бывают разные, но на самом деле хорошо бы иметь. Я бафнул. Фонарик, иди ко мне. Да, как бы да. Ты куда ты убегаешь, пёс? Дерись со мной. Гора. Дерись со мной, она своего генерала призывает. Ой, тролль. Ты чё? Мне кажется, я это уже слышал, не? Женя, надеюсь, не дома? Я же говорю, мне фартит всегда на троллей. Вы не отчаивайтесь, он ведет его домой. Да не веду я его, он меня не видел. Это ты так думаешь? Шмар, да нет, спасибо он стоит большое. Он на том берегу, и я думаю, пить ХП его. ХП одно, одно. Чуть-чуть не успел. Да. Как это вышло? Здесь какой-то сейт. Очень грустно. Его ну, просто... мы помолились на твоей могилке. Отдали, так сказать, дань уважения. Последние почести. Да просто, знаешь, когда замахиваешься и понимаешь, что все жопа, вот эти вот последние какие-то анимации, что-то вот, вот это вот все. Я уже развернулся, жму shift, чтобы бежать, а он еще не бежит. Ну хп. Ну о, Барбара, а вы всегда были женщиной? Неожиданно. Илюх, а правда? Ты там это, ничего не успел поменять? Что-то я только сейчас заметила. Пинают наши ульи. Ульи ломают. Кто? Кто? Да темно еще, ни хера не видно. Ай, кто тут яму выкопал? Это что такое? Вся битва без меня. А, опять вынос кончился. Да шо ж такое-то? А где тролль? Да я же сказал, не повела. Пойдем со мной, пойдем убьем его. Я лежу. Я не успеваю. За ем-то невозможно. Да ладно, Илюха не собирается идти. У какой есть отдельная дверь в комнату? Да и... С улицы. Своя. Она ей не нужна. Ну чё, идём на троллика? Быстрый сон был. Кирюх. А. Продолжай строить. Люха. Дуринья, ты идёшь или нет? Пока нет. Да, он очень близко. Ой, что? Вот он вышел, и он увидел. Что? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Кирюх, расходимся. Угу. Так, а вы где? Мы зашлись. Имба, о, сапожкой. А чё, вы второго нашли тролля? Да блять. Камень за спиной, сука. Блин, вода, вода, вода. Быстрее, беги! Капец, он огромный. Фу, а что это у него висит там? А, я понял. Спасибо. Это не жрать. Что-то жестко. А кто-нибудь придет сюда? Придите, там у него совсем чуть-чуть хп осталось. Да ёб твою мать, беги, блядь!
Дерево! Блин, я этого не выдержу. Все. Да. Меня задрали, блин, эти кабаны вокруг. Кулачный бой. Это помешали копать руду. Трое со спины зашли, Кирилл. Кулачный бой. Аллилуйя, это кулачный бой. Е-е-е. Мы как-то так и живем. Так, ладно, погнали. Блин, я опять голый бегу. Да что ж такое, все время одеваться забываю. Где наша одежда? Ну, шкурок я немного принес. Где наша одежда? Ума не в шоу, в сумке. Наша одежда бегает. Просто ее надо снять. Остановить бегающего. Бегающим не только одежда, еще и оружие. Да, вот одна одежда вон куда-то слева ушла. Кстати, я еще там 5 кусочков шкуры принес тролля. Так, а оленьи шкурки нужны еще кому-нибудь? Можно я возьму? У меня холщовая, даже не кабанья. У меня холщовая, у меня есть кабанья. У меня пока тоже. Маша забрала как раз. А, да? А я думаю, откуда у меня это? О, можно улучшить. Я же еще 5 штук. Капюшон? Нет, сделай капюшон. Ну, а потом ей на плащ наберем. Шлем, да? Если хотите сходить за троллями, пойдемте, я готова. Они на меня очень хорошо реагируют. У меня топор сломался, за мной бегут. У меня сломался топор. Дома. Да, он сейчас придет пиздить. Да. Ну просто топор взял и сломался. Вот прям вот. Ой, блин, забыла взять еды. Опять а дождь, нас... опять сейчас все гнить будет, быстрей. Так, ну чё, все, крыша сделана, гнить не будет. Почти в костер упал. А, нет, не почти. Гори, гори, ясно. И он, кстати, отравляет нам тут все. Может, поспим все-таки? Ой, ой-ой-ой, здесь четверо, капец, тут много. Прямо рядом с домом. Они уже были, ну, типа, я ничего не могу поделать. Двухзвездочный, красноглазый и зеленоглазый. И однозвездочный. Что-то как-то у них слишком много звезд, но для нашего уровня. Я тут ни при чем. Из-за топора, ну, кстати, явно. Как вариант, да, то что топор слишком большой. Угу. Бля, меня ушатал он просто с удара. Ой-ё. Он для нашего мира слишком имбовый просто. Да! Да,
Ну вот он и меня только что шотнул. Блять, я кровать свою переставил. И не записался? Да, я ее три раза переставлял. И третий раз не записался. А вот эти камни около дома, которые кругом тут лежат, не ломаются? Ломаются все. Стоп, а кто тут медь спер? Я понял. Домой отнесите в специальный сундук. А можешь... Ну ладно. Мне слишком тяжело. Угу. Можешь скинуть ее в меня. Я даже не могу, не могла дойти до тебя. Мы ее просто скидываешь, ждешь, когда стаминка восстановится, поднимаешь и идешь дальше. Не надо. Короче, ходил, ни хрена не было. Не мог это данжи не мог найти. Два данжа зашел, там вообще бы по одному, по два кирпича этих было. Нашел третий, блин, там 15 было. Вообще писец. Ох. А, сразу в сундук. А вы знаете, что у нас вот здесь данж? Да. Где здесь? Где она? Вот здесь. Кирюх, я перед домом камни ломаю. Да, да. Дима, пойдем сходим. Они уже зачищены. Фиг его знает. Пещера тролля! Я веду зеленоглазого. Не веду зеленоглазого. Я вижу, кто-то красноглазого привел. Смотрите. Нет, они на самом деле, о господи, были очень рядом. О господи, он зашел сюда. Еще. Подкидывайте в печке пока ничего. Пусть они закончат. И Кирюха их переставит. Так, ульи стоят на месте, да? То есть сюда можно поставить еще один улей? Да. Куда он пошел, Ида? Мне трогай верток. Спасибо. Все услышали? Не подкладывайте все в печке. Так, Машуль, вот лестница. Может поспим? Я иду. Вот сюда вот. Да, надо поспать. Кошечки не заводятся. Там снизу печки, так что они работают. Если что, здесь есть еще две кровати, кому надо. Не, просто лукакови, там вообще своя комната. Не зайдешь сюда. Тут так-то это, две микрокомнатки есть еще. Кому надо уединиться. Мне без разницы, я за общак. Ой, я пойду займу комнатку одну. Ты же за общак. Я захватила комнатку. О, доска торчит. И он, походу, дома. Так, у меня 16 хп. У нас тут есть каменная вышка, кстати. Ей так-то можно пользоваться.
Ну, кстати, вот с этой вышки, с каменной, а он чё, наш сарайчик неплохо выглядит. Нет, он сказал спать иначе.